Снега наверху начали таять. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего, с первого раза, ребята. Фух. Там. Рассказывай мне, почему я так задержался. Я в этот туннель захожу. Дернул черт за ногу. Я ж рыбак. Думал, тут клюет. Бревно! Сам такой. Ах ты ж, ёперный парень. А ты не мог заранее предупредить? Парень, ты это... Будь осторожен. Спасибо, это вода опасна. Там не только рыбы живут. Ну скоро увидишь, кто там живет. Если кричу бревно, хватайся за поручи. Бревно меня называет. По-моему, это бревно. Я, конечно, не эксперт. Вот этот тоннель ведет в площадь революции и красной линии. Сегодня, когда рыбачил, откуда какая-то лодка прошла. Серьезные люди, не беженцы. Степанк такой модный. Теперь не шуми шибко. Они этого не любят. Я вообще стелсер. Лишь разлеглись, падлы. Погодите, это откуда он к нам? Хрен их знает, из чего они мутировали. Успел. Мы креветками в шутку кличем. На вид они, конечно, жут. Но мясо просто умотнее. Креветки. Особенно под пиво. Знаете, как чистят креветок вареных? Как конфеточку. Так мне кажется, вот эти сами нас как конфетку могут очистить. Привет, мистер Дон. Подождите, у нас есть заметка, которую мы не прочитали? Да, это новая. А когда я ее подобрал? Многие не понимают, почему грунтовые воды до сих пор не затопили все метро. Другие удивляются, что человек вообще смог протянуть 20 лет в убежище, которое было рассчитано всего на несколько месяцев. Говорят, человек отчаянно живуч, как тараканы и крысы. Но я думаю, дело не только в этом. Мне всегда казалось, что мы существуем в метро не просто так. И, возможно, мы еще не до конца выполнили свое предназначение. А, это прям в лодке было. Я просто хватала все подряд. У меня когда X показывает, я сразу... Меня съела огромная куриная жопа, по-моему. Привет, Дентон. По-моему, теперь он меня не шуми съел. Шибко. Они этого не любят. А это их мир. Ишь, разлеглись, падлы. Тихо, мы вас не трогаем. Хрен их знает, из чего они мутировали. Мы их креветками в шутку кличем. На вид они, конечно, жуть. Но мясо просто умотки. Особенно под пиво. Под пиво. За куриный бульон. Я еще даже не успела. А знаете что, я хочу попробовать в них пострелять. Варя, ты что, сгурел совсем? Да ладно, они испугались, они спрятались. Ничего не будет, они испугались. Он просто хотел обнимашек. Типухаг. Пора сваливать отсюда! Главное, не дай им залезть! Могут перевернуть! Ай! Ай! Получайте, гниды! Ай! Теперь приди! Враждебные креветки! Стреляй, Артёмка! Жри, гадина! А! Напахло! Артём, прикрой, пока перезаряжаюсь! А! Нет!
я такой? Ты вообще даже не смотришь, куда стреляешь. Мы с тобой подружимся. Твою мать! Надо же. Бревна все не кончаются. Бревна. Бревна никогда не меняются. Нет. Осторожно, мы сейчас врежемся. Где ты? А что там в ящике? О-оу, это что, динамит? Будем глушить рыбу? Родные, привет. Ого, целый ящик. А ко мне? А-а-а, ко мне он тоже таким образом пришел. Блин, цунами, ребята. Гражданин, вы в порядке? Ух! Не часто такое случается. Вот же угораздило. Я тут совсем ни при чем, если что. Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается... Ребят, кто бывал в Венеции? Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел Корбута, чтобы предупредить о нем орден. Разгадать замысел этого Корбута, этого серого кардинала. Так, это у нас новая глава начинается. Фу, вроде прорвались. Ты там не заснул, парень? Винница. Ну как тебе местная рыбка? Правда, симпатяшки. Только злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Я не знаю, почему они злые. Открывай! Рыбаки пришли! Вижу, вижу. А это еще кто? Да вот в туннеле парня подобрал. Что, бросить его там надо было, что? А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что ли? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется. Ты че? На кой тебе девки? Анна Семенович, ты там песок. Решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба с косой. Будь спок, Семенович еще всех вас переживет. Шутки, как у того конференции. Сами или ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, боцман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Это я. Спасибо за подмогу. Так что там у вас приключилось? Да вши переростки эти якорем в глотку прямо лютовали. До развилки только дошли. Я тут ни при чем. Накинуться. Плот чуть плотья не разорвали. Какая муха их! А, ну так это... По этому самому туннелю красные на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. А, такой усатый. Вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в туннеле. А здесь они держатся в рамках. Так. У меня как-то к усатому человеку сразу доверие просыпается. Семён! Вот с такой степенью усатости. Слушай, где там наши красные гости? Красные гости. Где же Мещо? Кстати, кто это с вами? Это Артём. Гроза Кривет. Ты бы видел, как он стреляет. В жизни такого стрелка не встречал. Стрелок, говоришь? Слушай, пару десятков жбанов тут не местным прострелить не поможешь? Он меня троллит, что ли? Опять ты за свое. Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Боцман, ну ей-богу, ну самое же время. Приходи, добери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, еще раз скажу. Нет, смотри, тут твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Да понял я, понял. Все, я пошел. Давай.
Кому тут нужно прострелить голову? Показывайте. Эх, знал бы ты, как они меня достали. Тебе что тут надо? Семён, давай, канистр. Ты вроде в движках что-то смыслишь. А что там у тебя? Че там? Да жут его знает. Сидят, рыбачат себе. А тут все одно как чехоточник. Блин, кто играл в Final Fantasy 8? Помните локацию Fisherman's Horizon? Ну, давай глянем. Помните? А что там всего течет? Мне сейчас пришла на ум. О, ребенок опять рисует. Блин! В обеих частях метро дети все время рисуют. Подвинься. Чего? А не то что? А что ты мне сделаешь? Я на другой станции. Хамло. Что еще детям делать? Не знаю. Ну, папа, ну как? Рыбачить люди? С батей. Ну, подожди немного. Сейчас поймаем рыбу, и тетя Надя нам сготовит. Ну-ка, вот это что делает? Короче, сидит просто. Ну да, так бы смотрели 150 разноцветных слаймов. Типа черная обезьяна. Или желейный червь на ютубе. Вроде мелкий такой, доходя. А как сырный? Натуре волосы на жопе. Черная обезьяна. Слышь, братан! Это случайно не про наших мутантов? Чё это там за красноперые подтянулись? А у них с кислым остальными похоже. Тушенка! Свежая тушенка! Тушенка, у них что, шоу Шейму Фэнг проходит? О, 18+ скоро будет. Ну, ребят, значит, 18+ будет, я экран закрою, имейте в виду. Да, да, да. Такие дела, нечего смотреть, глазеть на 18+. Сама буду смотреть, а вам не дам. Ну что, осмотрелся? Нет. У меня к тебе серьезный разговор. Я еще не Давай на чистоту. Ты, похоже, застрял здесь надолго. Кругом затоплены тоннели. На Новокузнецкой тебя, скорее всего, шлепнут. Выходит, что идти тебе дальше некуда. Вот я тебе и предлагаю. Оставайся с нами. Ты молодой, сильный, не пропадешь. Работа оставайся, мальчик, найдется. С нами. А то у нас с толковой молодежью бандиты кругом. Ну, кто к нам пойдет? Подумай. Походишь с нашими рыбаками на промысел, пообвыкнешь, а там, глядишь, и обживешься. Мы тебе и девушку подыщем. Ладно, не хочу на тебя давить. Иди осмотрись пока. Только не нарывайся. Бандюки нервные сегодня какие-то. В чате спросили у нашей гадалки: давалка? И гадалка ответила: неприлично такое спрашивать у барышни. Мне порой кажется, что гадалка настоящая. Извини, я сейчас занят маленько. У многих, кстати, здесь кальян, что удивительно, на мой взгляд. Госпожа, простите за вопрос, но не давалка ли вы? Фу, вы посмели. Неприлично такие вопросы барышням задавать. Ха. Негодяй, перчатку вам в лицо. Давалка. С таким лицом, наверное. Прюхи. Давай, давай, люби бодрее. Меня прет от тыльно, как бохвы. Я в Венеции бывала дважды. Один раз летом и один раз в феврале, как раз во время карнавала. Очень необычный город. Как по мне, это такой город представления, что ли. Он как будто не настоящий. Я не представляю, как там можно было бы жить, но побывать, посмотреть, походить, поизучать очень интересно. Тихо, тихо, Тоха, куда Не, ну я что сказал-то, на! И сейчас все. Барахло свое забери. Сейчас, можно сейчас. Я заберу ваше барахло? Нет, что так медленно? Так, быстро заказ приняли, но... Да нормально все, Тоха, че ты? Так, а что нам нужно, кстати, из вещей? Мне кажется, у нас сейчас все не так плохо, да? Не первач, бегом! Братан сказал, бегом! Все, все, Тоха, возможно, стоит патронов набрать? Аптечки полные. Пару ножей.
В баре можно выпить? Слушайте, даже если в баре можно выпить, мы не будем пить эту. Надо же! И поймешь. У них панцирь. Эм. Пули так и отскакивают. Сказала я. Разве и заказала. Так это же все. Попасть. Пожалуйста. Это чай? Что говоришь? Какой слушай, красавчик, а? Попроси своих мне броник сварганить из этого панциря, а? Я тебе соль подкину. Ну, ты чай, чат. Да пробуй. Хорошая штука, правда? Повторить? Анашкар. Йоу. Панцирь как подсохнет, сразу хрупкий становится, как стекло. Похоже, это был не чай. Это меня опять отравили. Тфонг. Наггет. О май. Барышни, я уже горяч. Ла-ла-ла-ла-ла. Чат, отвернитесь. Чёлок не горячит, ясно? Отвернитесь. Ништяк, реально. Это Пол Дэнс, ребят. На Твиче тоже можно найти. Вообще-то это спорт, между прочим. Вы думаете, это просто отнюдь? Я, правда, не вижу особо сложных пируэтов, но тем не менее. Давай, уважайте давай. Спорт. Шевели булками. О, шараши! Чисто шоколадница, реально! Шоколадница? Это же кафе. Не, ну реально, не зря я сюда пилил. Блин, надо ей еще дать на новые колготочки, а то вон, смотрите, порвались. Чертовы мужланы! Анжелка, идите сами попробуйте. Еще, Анжела, не слушай их. Анжелина, мы вот тебя уважаем. Блин, красава. Вот дети сначала на полу рисуют, а потом такие картины, знаете ли, тут висят. Давай, давай, деньги. Давай, красава! В смысле? Я заплатил. Нехрен тут торчать. Слы, подруганна, у меня чисто тоже для тебя палка есть. А, крутая шмара. А, я случайно. Ну, чисто, иди к дяде. Смотрите, он чешется. Куда тут те маслины складывать? Там у нее реально, как в игровом автомате. Чисто цирка. С бугра местного спроси. Это Паша был? Алло, у нас тут ни коммунизм, ни раз. Это ты что, вообще? Совсем уже одурил? Они же с кислым корешуют. Или мне показалось? Да че ж такое? Всем корешам за так дай, а патроны все равно гони. Че это за жизнь за такая? На кой? Ну ладно, отдохнули, пора и честь знать. По-моему, это значит так, сейчас рассчитываемся с кислым. И дуй к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, контейнер красавчик. С вирусом. Двинули чё, дальше, мёрз... дело не ждет. Resident Evil. Чего кислая мина? Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там все. Ну ты прямо атас. Ну, прям бешеный. Ну, сказал бы по-человечески, что не в моготу. Что тебе станцевать, сладенький? А, говори, можно капак? Не стесняйся. И устраивайся поудобнее. Ай, сладенький. Батюшки! О, боже! Это ж, это что? Артём. Артём. Это что? Игровая нагота, разрешенная в допустимой на Твиче игре? На всякий случай, я это, разумеется, осуждаю, не одобряю, и все в таком духе. Батюшки, вот это пиксели. Неодобряемые и осуждаемые, со страшной силой. В разрешенной на Твиче игре, если что. Я смотрю тебе в глаза, женщина! Анжела! Снежана, я тебя уважаю! Ну как тебе танец, красавчик? Вижу, что понравилось. Если хочешь еще, так и говори, не стесняйся. А, я думала, я... Типа, я теперь не могу уйти вновь. Я здесь прикован к креслу, она не отпускает меня. Ой, батюшки.
Я думала, я заплачу и иду. Чат, осуждайте и не одобряйте срочно. Она все еще голенькая. Я думала, что уже оделась. Чат, танцуйте. Красавчик, продлевать будем? Мне пора, меня дома ждет не жена. Ай! Фух, слава богу, оделась, а то было так неприлично. Фух, хорошо, что она теперь как следует одета. Фух. Слы, подруганна, у меня чисто тоже для тебя палка есть. О. Да. Да. Ну что, можно идти. Да, сейчас мы все деньги здесь спустим. Руки из-под стола достать. Да, мне понравилось, поэтому я продлила. Я случайно продлила, честно. Я хотела, мол, заплатить и пойти. Кресло почему-то было теплым. Как будто там до меня кто-то сидел. Ой, смотрите-ка, тут у вас паучки. Если надумаешь вернуться, я всегда тут, рядом. Я изучаю насекомых, не мешай мне, женщина. Смотри-ка, стрелка на тебя показывает. О, погодите, там что происходит? Музыка! Такая! Я проверила, нет ли там снайпера. Так, мы не прочитали заметку. Ну-ка, ребята, давайте-ка отвлечемся. Подземная Венеция. Три станции, наполовину затопленные грунтовыми водами. Говорят, был раньше настоящий город с таким названием. Древний и прекрасный. Кто знает, что стало с ним. Мне говорили, что подземная Венеция — город воров и душегубов, но я нашел тут и обыкновенных живых людей. Они наладили свою жизнь как могли, обустроили свой крошечный мирок и очень боятся, что бушующий хаос снаружи их захлестнет. Они просто хотят жить. Они просто хотят жить и танцевать, заниматься пол-дэнсом и носить раскованные наряды. Я не понял вообще, что надо? Не понял. Ой, смотрите, я нашла сморка. Смотреть баб налево, лапать вниз по лестнице. Смотрите, это сморка в метро. Red Hot Chili Hammer, здравствуйте. Смотрите, сморк. В смысле, там такого не было? Я читал с листа. Так, ладно. Наслаждение получили. От чтения заметок. А кому наггетсы? Теперь можно и за Пашей идти. Мясо свежее, только что бегало. Покупайте наггетсы. По оружию, мне кажется, у нас все в порядке. Я бы осталась при своем сейчас. Пацаны, надо кому волыну? Есть реально все, подходи. Бывай, братуха. Спокойно, Шкипас. Уникальный шанс доказать свою меткость. Привет, Мичурич. И скорость. Заработал при этом. А Мичурец яйцо не продлил. Я вот, знаете ли, там девушку продлила, а ты яйцо не продлил. Забудьте, сравнение неподходящее. Забудьте. Это ужасно было. А эта глава длинная, я думаю... Да, уже 23.06, вообще по-хорошему заканчивать пора бы. А, у меня все запасы переполнены. Чешут, как на параде. Скажи, я пойду. Что там со светом? Да сучки пробки меня выбило. Пойду позырю, как там чё. Позырю. Ай! Shoot him!
Ну вы поняли. Гамма, машины вышли! Суки, братву валят! Прижал черта этого, пацаны! У вас там все взорвется сейчас. Когда-нибудь я начну проверять, что я бросаю. Стреляй метко! Пацаны, стреляй кому быстро! Есть реально, все, подходи! В нашем деле! Так, я сразу... Сейчас я поменяю. Так. Все, у меня ножи. Берегитесь. Роман с конем, здравствуйте. Кстати, мы сейчас что-нибудь израсходуем и заберем. Странная музыка, как будто меня обнаружили. Хотя поводов не было. Больно светло. Блин, это я подожгла, похоже. Стелс. Как все потухло. Братаны, тут жмур! Шухер! Да не надо тревогу, ну ребята! Ребята, ну не надо тревоги, пожалуйста. Не тревожьте, все хорошо. Ну и что мы делать будем? Ну что делать, искать? Ну чё, братва, кистомата болит. А ты думал, прячется, сука? А! Сори, чуваки, я просто хотел забрать свои ножи. Я не хотел крови. Видит Бог. Я не хотела кровопролития. О, грибочки. Да, пучком, пацанчики. Да вообще пучком. Такой пучок. Ух. Я тебе такой пучок покажу. Пучок.
А тут что? И куда патрон не денется? Ничего, пацанчики, ничего! Как конфетку у ребенка. Ох, эти бандиты, а. Ни на что не годятся. Теперь мы не узнаем, где выход. Ха-ха. Ну, Павлик, держись. Бросай оружие! Руки за голову! Блин, он поступил как я, он спрятался за дверью. Надо же, кого я вижу! Ох, ловкач, все черного ищешь? Раньше надо ищу. Было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить... Так, спокойно, спокойно! Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежать, суть! Артем? Ах ты, сука! А! Мело, из-за тебя, между прочим, сейчас Павел сбежал. В смысле? Ультра-супер-изи? Да я их раздашу просто вообще в щепки! С первого раза! Ай! В смысле? Не понял, Томстер. Что за дела такие, а? Что за наезды, Мелла? Что там-то за такое происходит? Спасибо, конечно, но я это запомню, да. Да, 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 да. Мы еще... Да, в погоню за Павлом! Ушел! Его соратники. Отпустили его, считайте. А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебе отсюда надо. И в темпе. Так. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Блин, идем болото. Быстрее. Нам что, эту дверь не открыть? Чувак, у меня есть взрывчатка. Так. Что надо двигать? А-а-а, вот оно что. По классике, за шкафчиком. Надевай. Это тебе мой презент. За бандитом. Где презент-то? А, господи. Ну, до скорого.